Новая общественная организация объединит народ. Сегодня в Общественной палате Карачаево-Черкесии провели учредительное собрание регионального отделения Международной общественной организации «Всемирный русский народный собор». Мероприятие проходило с участием заместителя председателя Всемирного русского народного собора, председателя общества «Царьград» Константина Малафеева. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор» была создана в 1993 году по инициативе Русской Православной Церкви для объединения всех неравнодушных верующих к настоящему и будущему России. От имени главы республики ко всем присутствующим обратился председатель Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов. Всемирный русский народный собор ведет работу по сохранению духовного и культурного наследия России, развитие социально-экономических сфер и, самое главное, способствует взаимодействию православной церкви с традиционными религиями Российской Федерации и проповедует нравственные ценности, которые присущи этим религиям, ведет профилактическую работу против идеологии нацизма и религиозного экстремизма. Собор является крупнейшим общественным форумом в нашей стране, в работах которого принимают участие представители традиционных конфессий России, руководители федеральных и региональных органов власти, деятели науки и культуры. Со словами поддержки обратился кадий Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Муратби Хаджилайпанов и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Одной из важнейших целей форума является содействие культурному, социальному и экономическому возрождению России и русского народа, отметил заместитель патриарха Кирилла во Всемирном русском народном соборе Константин Малафеев. В последние годы мы очень активно сотрудничаем с исполнительной властью, сотрудничаем, собственно говоря, с администрацией президента и главой государства в том, чтобы предлагать стратегию будущего России. По постановлению главы собора, Святейшего Патриарха, собор призван явиться центром интеллектуальной жизни страны для подготовки, проработки стратегии будущего России. Сопредседателями регионального отделения Всемирного Российского Народного Собора были избраны председатель Народного Собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов, председатель Общественной Палаты Республики Елена Лешова и архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Я очень благодарен главе нашей республики за такую активную позицию и за поддержку традиционных и религиозных конфессий, и, конечно же, наших национальных культур, которые титульных наций, которые проживают в нашей республике. Итогом собрания стало создание Карачаево-Черкесского отделения Международной общественной организации «Всемирный русский народный собор». Дарья Тендит, Мурат Джанкезов, Вести, Карачаево-Черкесия.